быть разведенным людям, которые не могут вступить в брак или не хотят. Но при этом они живут же какой-то жизнь. Значит, те люди, которые были разведены или сами развелись, то для них есть возможность второго венчания. То есть они находят в себе нового, так сказать, супруга или супругу, расписываются с ним, берут благословение на второе венчание и венчаются, чтобы не жить в блуде им всю жизнь. Есть такая практика, разрешается второе венчание. Поэтому здесь надо человеку, опять же, серьезно подойти к своей жизни, не тяп-ляп, не абы как. Вот мне вот все устраивает, не надо ничего изменять, а все-таки как надо построить свою семью. Все-таки семья – это же дом не только для вас, но и для детей, и для внуков, и для правнуков. Не забывайте грехи родителей на детях до седьмого колена. То есть за семь колен вы отвечаете.